Итак, из возможных поправок корреспонденты отметили обеспечение доступности и качества медобслуживания, соцподдержку детей на уровне государства, неделимость территории России. Приоритет Конституции РФ над международным правом на территории страны. Данная поправка направлена на укрепление российского суверенитета. Ужесточение требований кандидатам на президентский пост. Кандидат должен проживать в стране не менее 25 лет и не иметь иностранного гражданства. Такие запреты предполагается распространить на глав регионов, депутатов Госдумы, министров, судей и ряд других должностных лиц. Изменение роли парламента. Теперь кандидатура премьера должна пройти утверждение Госдумы, а президент не вправе отклонить одобренного кандидата. Тем не менее, за главой государства сохранится право на отстранение главы правительства или иных министров при утрате доверия или ненадлежащем исполнении должностных функций. Усиление роли Государственного совета. Теперь он станет конституционным органом. Госсовет был образован в 2000 году соответствующим указом президента как совещательный орган, рассматривающий наиболее актуальные политические вопросы страны. Сейчас Госсовет не является органом власти и не обладает властными полномочиями. Минимальная оплата труда должна соответствовать прожиточному минимуму. Предлагается ввести это правило в Конституцию. Закрепление норм об индексации пенсий и достойного пенсионного обеспечения. Пенсии в настоящий момент индексируются два раза в год, но Конституция этот вопрос не регулирует. Усиление роли Конституционного суда. К новым правам Конституционного суда отнесут право проверки законопроекта на соответствие Конституции по запросу президента. Закрепление принципов единой системы власти. Предлагается также убрать ограничения не более двух президентских сроков подряд и заменить на не более двух президентских сроков.